I am a little fat. I am Warhol. This autopsy of premise. 4CD Iron Maiden. Итак, переходим на русский язык. Вот получил посылочку от нового человека на Фростере. Mavic 219. Ну что сказать? Конечно, может, он никогда не отправлял диски. И доставка, смотрите, вот 46 гривен до хера это, честно говоря. При сумме 140 гривен оплата и 46 гривен доставка. Ну, можно сказать, вот, слушайте, ну, зачем такую было коробку большую, если можно было меньше купить? Короче, с него взяли, видно, никогда не пользовался этим делом. Вот. Так что имейте в виду, что хлопец, видно, ну, эту коробку легко вскрыть. Вот, получается, вот, запаковано. Вот. А, он запаковал. Не знаю, как, по какому. Как-то странновато. Можно было по-другому запаковать. Ну, я бы по-другому запаковал. Вот так вот. 4 диска. Чик-чик-чик. Зачем было вот так делать? Ну ладно. Сейчас будем скрывать это дело. А, ну да, наверное, скорее всего, он никогда не посылал. Никогда не посылал посылочку, видимо, я так думаю. Но новый человек. Ну, как говорится, первый блин комом. Будет знать теперь, что так не годится. Потому что это... Надо считаться с людьми. Я ему так и написал. Он мне прислал номер ТТН. Я ему говорю, а что так дофига стоит? Это что-то дофига, если так разобраться. Ну вот, скрытие. То получается себестоимость одного диска 48 гривен. Ну почти 47 с чем-то. Зачем так это самое... Зачем переплачивать столько? Лишняя десятка. Все-таки а потом заходишь продать, блин, и по какой цене продавать, не тогда ставить. По 60, что ли? За 10. Так кто их купит? Этот Iron Maiden. Кому он по такой цене нужен будет? Вот, так что чувак запаковал диски, ну, не знаю, как-то по-странному. Теперь посмотрим, что там, может там не диски. Такой хлам. Так. Вот. А вот диски. Раз. Ну да. Какие-то конфеты какие-то. Два. О, конфеты какие-то. Ну вот, сами диски. Там мы посмотрим, где тут чего. Ну да, у меня такие были когда-то, попродавал. Ну, состояние вроде коробки целое. Молодец, диски. Ну, этот какой-то... Состояние вроде нормальное. Сейчас принесу. Чем вытирать? Вот как это надо делать, так протираем,
аккуратно, тут или пыль, или не пойму, что это такое. Ну, вот диск вроде этот, ну, немного какой-то, у него вид какой-то не очень новый, тон, какие-то царапинки есть. Хотя человек сказал, что все отлично, все замечательно, то есть, получается, обманул. Ну, так получается, а как? При цене 35 гривен за буклетики, тоже уже подгулявшие. Не первой свежести, скажем так. Тут форум такой, что тут надо правду писать, говорить правду тю. Никакой лжи не должно быть. Вот, один диск. О, это мой любимый альбомчик. Такой бы на фирме бы достать. Somewhere in Time. Тут, а тексты тут какие шикарные, блин. Так, коробочка вроде нормальная. Треи вроде целые. Ну да, целые. Этот диск. Ой, было бы хорошо, если бы этот диск был все не царапанный. Ну, вроде нормальный. Потом на свет посмотрю. Вот. Буклетик. Коробка, конечно, блин, что-то... О. Коробки, конечно, ну, не знаю. Ну, вот такой вот диск мой любимый. Так, так, третий диск пошел. Тоже вроде коробка целая. Ну, немного подстарковатая. Какая это же, да. Китайское говно. Вот, диск вроде... Этот диск вроде в нормальном состоянии. Надо будет еще себе купить этот The Number of the Beast и Fear of the Dark еще. Зачем я их попродавал, непонятно. Деньги, может, нужны были, не помню. Вот, коробки, конечно, менять надо все. Барахло какое-то. Вот, княженься. Вот. Вот. В лосинах. Как пени какой-то, блин. Что это за, блин? Вот мода была дебильная. Что гомосек, конечно, с такой одежде ходить. Дурацкий имидж, конечно, этих пауэр-металлистов, хард-рокеров. Так, ну, коробки, конечно, тут коробка вообще галимая. Так, вот, 90-й год. Тоже хороший альбомчик. Так. Вообще, группа культовая. О, тут царапина конкретная, вон, смотри. Знаешь? Или это пыль? Да нет, царапина. Главное, чтобы читался. Если не будет читаться, я сниму подробный ролик об этом. Так что... Вот, царапина конкретная. Даже хоть диски те, которые должны быть там. А то Кантер вообще мне прислал мне левый диск. Не в тему. Вот. Это хоть диски те, это хорошо прислал. А, музычка, кстати, моя. Играет Торна Парт. Гитарные партии записал. Вот, ну вот, все в порядке с ним. Все, металлхеды, всем пока-пока, покупайте аудиодиски на Фростере, продавайте аудиодиски на Фростере, спите с живыми девушками, с женщинами, долой
MP3, долой резиновых баб, долой гопников. Все, пока-пока.